Продается часть дома на Холодной горе. Площадь 37,4 квадратных метра. Аналог однокомнатной квартиры. В доме две комнаты, кухня, санузел с душевой кабиной. В прихожей установлен бойлер, а в кухне газовая колонка. В доме центральный водопровод и канализация. Отопление газовое. Установлены счетчики на газ, воду и электричество. Под кухней расположен погреб, а во дворе есть два сарая. До станции метро «Холодная гора» пешком 10 минут. Рядом с домом есть супермаркеты «АТБ», «Посад», маленькие магазинчики, киоски, почта, аптеки. Свободное время вы можете провести в Григоровском бару или в парке Сафарова, которые находятся в шаговой доступности от этого дома.